Детский дом приглашает на праздник. Гостей встречают прямо в уютном дворике. Взрослые несут пакеты, сумки. Кто-то катит велосипед, держит в руках футбольные мячи. Все без исключения несут с собой подарки и хорошее настроение. Среди гостей представители практически всех крупных предприятий и организаций города. Пока они рассаживаются по местам, становится понятно, маленький зал детского дома уже тесноват для такого рода праздников. 1 июня, в День защиты детей, здесь традиционно многолюдно. На 56 ребят, а именно столько детей сегодня живет в детском доме, практически столько же приглашенных. Большая семья приготовила большой концерт. Трогательные песни, душещипательные танцевальные номера. Праздники в детском доме всегда с ноткой грусти. 1 июня в детском доме подвели итоги учебного года. Активным вручили грамоты, дипломы, благодарственные письма. Одних снаряжали в школу, а троих ребят провожали во взрослую жизнь. В этом году в детском доме 3 выпускника. Дорогие ребята, здесь все сидящие взрослые много лет сопровождали вас по жизни и делали все-все-все, чтобы детство ваше было счастливым. Мы учили вас быть будущими мамами и папами. Мы учили вас отвечать за свои поступки. Мы согревали вас своим теплом, дарили свои сердца, много-много подарков. Мы делали все для того, чтобы сбылась ваша мечта. Мы в вас верим. Вы наше будущее. Вы наши. Для этих ребят открывается дорога во взрослую жизнь. Своеобразную собойку из самых необходимых предметов для них собрали сотрудники ВТБ-банка. Вас в эту дорогу собирал коллектив ВТБ-банка. И поверьте, что в этих сумках все самое лучшее, самое красивое и новое. Многодетной семье детдома в этот день преподнесли множество подарков. Районные власти передали сертификат на 2000 рублей и сладкий подарок. Я думаю, что большой командой нашей мы защитим наших детей, обеспечим им достаточно хорошее будущее. А пока мы пожелаем им всем, чтобы у них было хорошее, доброе, долгое детство. Потому что детские годы для каждого человека, они незабываемые. И от того, какое счастливое детство мы сделаем для них, будет у них всегда хорошая, добрая память на долгие-долгие годы. Хочется пожелать прежде всего здоровья, долголетия, благополучия, чтобы их мечты и желания обязательно все воплотились в жизнь. Дорогие ребята, все дети должны в жизни быть счастливыми. Вы сегодня это пели, вы сегодня это говорили. Я хочу, чтобы вы все были счастливы, а у вас было немного чуть-чуть больше счастья. Всех с праздником, всего хорошего. Не только сегодня, а всегда. Мы хотим желать всего самого доброго нашим малышам, ребятам, которые воспитываются сегодня в этом учреждении. Хочется желать всего самого доброго всем детям нашей Мозырщины, Республики Беларусь. Пусть они растут крепкими, здоровыми, ответственными, любимыми. И пусть у них у всех будут семьи. Мам и пап здесь ждут всегда, в том числе и крестных. 11 малышей детского дома скоро пройдут обряд крещения. Гостям праздника предложили взять на себя духовную ответственность и стать крестными родителями. И, может быть, хотя бы один ребенок станет на шаг ближе к своей главной мечте. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».